Русские народные песни, сольные выступления, танцы и поэтические театральные постановки. В этот день все номера, цветы, добрые слова для дорогих женщин. Сегодня мы подготовили большую творческую программу для наших милых женщин. Хочется сказать, что сегодня каждый ребенок, каждый житель может поздравить свою маму, бабушку, сестренку с этим замечательным праздником, с приходом весны. Концерт подготовили детские и взрослые коллективы культурно-досугового центра в Немчиновке. А в фойе для гостей праздника была представлена выставка картин звенигородских художников. Увидеть пейзажи старинного города, невероятную природу и цветы в такой день особенно приятно, считают авторы. Я очень люблю писать портреты, ну, своих близких, знакомых. Люблю пейзажи нашего Звенигорода. У нас очень красиво, у нас красивые соборы, у нас красивые пейзажи, у нас красивые места очень, понимаете, речка, все, Москва-река. Люблю цветы, люблю весну, люблю лето, зиму не люблю. Своему искусству Светлана учит и детей, и взрослых. Уверена, именно любовь к женщине вдохновляет на творчество и создание всего прекрасного. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».